Короче говоря, я решил снять видео. Сегодня был вторник, день, когда я понял, что канал пустует уже целый месяц. Надо придумать идею для видео. Соболев нет, лайфхаки нет, может лизуны нет. Их уже никто не делает. Нынче модно обсуждать политику. Путин на Карибах или шоколадный заяц Порошенко? Шоколадный заяц. Взял рюкзак, собрал пауэрбэнк, провод, еще какой-то провод, наушники, компьютер. Где же камера? О, вот же она, а я тебя искал, иди сюда, чемодан иди. Начал искать место, вроде бы есть. Поставил камеру, начал говорить. В стране кризис, а он торты ест. Обещал строить детские площадки, а вместо детских площадок строят шоколадные фабрики. Так говорили на сайте «Веселый подсолнух». Ушел. Достал карту памяти. Представил, что держу политику на руке. Да не политику Зимбабве. Так лучше. Открыл ноутбук, создал проект Pi 2018, наш президент. Смонтировал. Решил грузить с телефона, так как Кремль следит за моим ноутбуком. Открыл YouTube, начал грузить. Как назвать видео? Мистер Шоколадка или может конфетка вне законе? Он вам не торт, в яблочко. Пошел поел. Когда пришел, было уже 1000 просмотров. Это успех. Поиграл в игру, зашел на YouTube. Ваше видео заблокировано по просьбе пользователя Тортик. Собрал чемодан, купил билет на Кипр, свалил. Короче говоря, снял видео. Это видео снято только из-за того, что в тренде в последнее время очень много идется о политике. И пробиться обычным видео намного тяжелее. Поэтому вот такой вот вариант стеба над этой ситуацией у меня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.